Как приятно, когда в большой хоровой семье рождаются творческие хоровые дети. Я сейчас с большим удовольствием буду представлять коллектив, который вы уже тоже слышали неоднократно. Это молодые девушки и парни, которые, многие из которых выросли, по сути дела, здесь, в этом коллективе. И даже у некоторых здесь поют в ковчеге родители. И сами некоторые из них поют в составе ансамбля «Вита Нова». Пожалуйста, мы ждем «Вита Нова». Руководит этим ансамблем молодой хормейстер, который работает и с хором «Ковчег», и с «Вита Новой», и со старшим хором и с баритонами «Кобыла мальчика Фарлята». Руководитель коллектива Сергей Марков. «Вита Нова» выступал за этот сезон во многих фестивалях и конкурсах, и очень приятно поделиться с вами еще раз радостью того, что в большинстве из них коллектив получил звание не просто лауреата конкурсов, а они удостоены гран-при фестиваля «Рождественская песня», «Новгородская карусель» и к 175-летию Модеста Петровича Мусоргского. Арва Пят. Богородице Деву радуйся. Богородице Деву радуйся, подарок Божий Марии, Господь с тобою, благодать твою.
порядка землю юдейскую. Oh,
И, пожалуйста, если можно, в два раза громче ваши аплодисменты, потому что руководитель коллектива Сергей Марков только вчера приехал 6-го всероссийского конкурса хоровых дирижеров студентов имени Казачкова из Чебоксар, где был удостоен гран-при. Коллектив тоже был достоин своего руководителя.